Гений 19 века. Титан века 20-го. Метущийся романтик, революционер от музыки. Дворянин. Эстет, навсегда влюбленный в Италию. Купеческого рода. Любитель эпатажа, литературы и шахмат, уехавший из России и все-таки в Россию вернувшийся. Разминувшиеся в эпохах, такие непохожие, они – Чайковский и Прокофьев – все-таки сойдутся. Однажды, апрельским вечером, в Большом зале Костромского губернского симфонического оркестра. Весна за окном. И давайте о жизни, которая везде. И в первом фортепианном концерте Петра Ильича Чайковского, и в последней, седьмой симфонии Сергея Сергеевича Прокофьева. В воодушевленности, свободном дыхании и темпераментных переходах у Чайковского, в прокофьевских ярких эмоциях, от нежности до страсти, от лирики до героизма, и даже в его прощальной печали, которая безоговорочно светла. Год театра, юбилейный для Пушкина год и, конечно же, год нового 16-го международного конкурса имени Чайковского. За кого болеть? За Арсения Тарасевича Николаева? Почему? А потому что потомственный музыкант, внук прославленной пианистки 20 века Татьяны Петровны Николаевой, которая впервые исполнила цикл 24 прелюдий и фуг Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Он окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории, Московскую государственную консерваторию имени Чайковского, стал лауреатом 5 международных юношеских конкурсов пианистов, а также таких важных конкурсов, как конкурсы в Кливленде, Сиднее, победил в конкурсе имени Скрябина в Москве. Он впервые вышел играть с симфоническим оркестром в 9 лет. А ныне играет с такими оркестрами, как Государственный симфонический оркестр имени Светланова, оркестры Кливленда, Сиднея, симфонический оркестр Мариинского театра. И да, 5 апреля Арсений будет играть в Костроме. Итак, Костромской губернский симфонический оркестр имеет честь пригласить вас на жизнеутверждающий концерт великой русской классики. Концерт пройдет в рамках программы Министерства культуры «Всероссийские филармонические сезоны». В программе концерта первый фортепианный концерт Петра Ильича Чайковского и седьмая симфония Сергея Сергеевича Прокофьева. Концерт состоится 5 апреля 2019 года в Большом зале Костромского губернского симфонического оркестра на Никитской, 96. Начало концерта в 18:30. Солист, лауреат международных конкурсов Арсений Тарасевич Николаев, Москва. Дирижер Павел Герштейн.